Всего на улице города 9 мая вышли более 200 тысяч омичей. В мэрии отметили, что в этот день чрезвычайных ситуаций или нарушений правопорядка не произошло. Безопасно было и вечером на Иртышской набережной. Там праздничные мероприятия закончились традиционным салютом. Он продлился 11 минут. Самые зрелищные залпы попали и в объектив камеры нашей съемочной группы.